Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы с вами приготовим одно из моих любимых блюд. Это, значит, если брать на испанском, мехильонесы кон винагрета. Это очень вкусное блюдо. Перевести на русский это будет звучать так: мидии с соусом винегрет. Странно, да? Но очень вкусно. Для этого нам понадобится: мидии вареные должны быть вот в ракушке, в самой половиночка. Перец сладкий, болгарский, лук, уксус яблочный, соль по вкусу. И масло. Я добавляю оливковое. Вы добавляете, какое хотите. Ну, желательно, конечно, оливковое. Давайте будем приступать. Наши мидии я выложила вот на такое блюдце в один слой. Сейчас нам нужно будет приготовить, как говорят, винегрет, винегрета. Сладкий перец режем кубиками. Миленькими, как возможно помельче. Как всегда, рецепт под видео. Вы знаете, я когда приехала в Испанию, я просто не представляла, как я буду ракушки кушать. А в конце концов, получилось, что из моих самое любимое в данный момент блюдо. Я очень люблю морские продукты. Ну, ребята, кубиками вы знаете, да, как резать. Вот, смотрите, вот такими кубиками режем перец сладкий, болгарский и лук. Порезали перец кубиками, вот, выложили тарелочку. Теперь будем резать лук. Так же само кубиками мелкими. Порезали лук, высыпали сверху на перец, перемешали. Теперь добавляем соль. Соль по вкусу, ребята, как кому как нравится. Я такие две щепоточки соли и перемешаю хорошо. Перемешала. Теперь добавляю уксус. Добавила и хорошо перемешала. Есть люди, добавляют вино. Винегрет этот, на испанском винегрета называется. Соус этот, как вам назвать, называется винегрета. Делают в каждой области по-разному. Я вам показываю, как делаю я в нашей семье. И вареные яйца добавляют. Ну, в общем-то, в каждой области по-разному. И масло оливковое добавляю. Теперь это все хорошо перемешиваю. Хорошенечко перемешать. И у нас винегрет, соус винегрет под названием готов. Хорошенечко, хорошенечко помешали. Теперь я выложила тарелочку и будем в каждую ложить этот винегрет. Берете ложечкой вот так вот и наложите. Вот так в каждый вместе с водичкой, вместе со всем вот так вот налаживаете на эти самые. Вы поняли, да? Налаживаем в каждую ракушечку. Вы знаете, я его готовлю всегда на праздники. Мне очень нравится. Он очень смотрится красиво. Очень вкусный. Его съедают моментально. И он должен
постоять. Я всегда за на ночь делаю, вот сегодня вечером делаю. И он должен быть завтра. Он просто набирает сам вот этот вкус. И это, поверьте мне, замечательная закуска. На столе красиво смотрится. Прекрасно. Теперь у меня еще есть, так как у меня завтра день рождения, я будут у меня, ну, пара придет. Все равно хотелось бы что-то такого приготовить, да? У меня, значит, михельонесов, вернее, этих мидий я делаю больше. Теперь вот я положила, да, и ложу вторую. Вы поняли, да? Второй слой ракушек. И также потом засыпаю винегретом, соусом. Ребята, смотрите, какая красота получилась. Видите? Второй слой я положила, нашим винегретом засыпала. Теперь его поставить нужно в холодильник, и завтра будет замечательное блюдо, которое удивит ваших друзей. Это очень вкусное блюдо и закуска. Так что закончили мы с вами готовить мидии. Готовьте, пишите мне в сообщениях, буду рада, если вам понравится. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь, всем буду рада. Доброго дня, хорошего настроения, самое главное здоровье, будьте здоровы. Всего вам хорошего. Пока-пока!